Всем привет, сейчас я вам покажу вот общежитие, вот смотрите, вот эта секция, да, здесь 8 комнат, все жилые, то есть и одна кухня, как вот так можно пользоваться кухней, если столько человек и одна кухня. Тут просто сумасшедшая обстановка такая, вот, и эта кухня такая грязная, очень. Сейчас вот вы увидите, вот все в паутине, то есть никто не хочет убираться, ничего. Есть уборщица, она сама даже не хочет убираться, непонятно. Ей оплачивают работу, но она ничего не делает. То есть смотрите, вот потолок, все, то есть никому ничего не нужно. Вот, смотрите, все в паутине, грязное. Что это такое? Вот. Пола тоже, смотрите, грязные крошки там все валяются, то есть никто не убирает за собой. Вот, все ругаются здесь, постоянно крики. Бабушка вот живет за стенкой, вот кухня, и вот там живет бабушка. Она как это, постоянно на всех кричит, то без повода, то по поводу. Ну, короче, вот такой дом не очень нормальный. Вот все это здесь посуда, здесь, короче, коридор. Вот сейчас идем, ванная, вот это в кавычках. Вот здесь стиральные машины стоят. Вот так очень тоже неопрятно, грязно. И вот смотрите, сейчас вот это туалет тоже. Вообще интересный вот туалет, конечно. Там все в дырках. Заходишь туда тоже. Заходят люди, другие приходят, смотрят, потому что там дверь закрывается, когда там в щели все видно. Вот. Ну такой туалет, смотрите, что это. Грязно все, да. Ну, что, живут. Платит комната 5000 в месяц. Платит по 5000 плюс коммунальная, там выходит где-то 2,5. Вот, ну очень, конечно, да. Вот смотрите, вот дверь, все щели, то есть не закрывается, закрывается, но там видно все. Вот что это, потолок все грязное, тут надписи всякие, вот да, конечно. Ну такое вот, да, местечко, врагу не пожелаешь, конечно. Ну, сейчас зайдем вот в комнату, здесь вот живут тоже. Комната такая. Такая вот. Не хуже, чем ванна или кухня. Вот, а смотрите, он использует этот утюг вместо плиты газовой. Ну, здесь ни газовой плиты нету в общежитии. Здесь электрическая везде. В целях безопасности. Вот это балкон такой. Вот. Ну так себе тоже балкон, вид. Это там вон администрация города, снаружи машины эти, тоже здание так. Ну так, да, вот четвертый этаж, это пятиэтажное здание, то есть общежитие. Каждая комната здесь 5000, как я уже говорил. И есть еще на 2 человека, она стоит 8000. Это вот сейчас мы выйдем, вы увидите там вот по бокам они. Вот смотрите, утюг. Очень интересно. Первый раз вижу, конечно. Вот. Закрываем дверца. Там по бокам, короче, вот, вот эти стоят. Уходим, все, уходим. Это лестничная площадка. Четвертый этаж. Ну, сейчас вам покажу вот этот душ. Душ покажу. Душ еще куда не шло, так состояние более-менее, но тоже очень, ну, неудобное вообще общежитие, очень неудобное такое, неудобство, ничего. То есть все
живут вот так и ругаются. Обстановка такая напряженная. Очень нехорошая. Вот этот душ. Такой так себе тоже. Ну, сейчас уходим. Вот коридор вот здесь всякие там. Прачечные, видите, не знаю, там белье держат в комнатах. Это, не знаю даже. Ну да, белье вот. Вот эта работница тут. Сейчас идем вот это, вот это, вот это. Хорошо. Выход, все, уходим. Так, ну сейчас мы снаружи покажу. Вон, общежитие такое. Так, пятиэтажное. Ну, снаружи вроде как дом, как дом. Деревья. Вот, ну так вот, такое вот общежитие. Очень тяжело там жить. Нежелательно, конечно, нежелательно. Так, это уже улицы пошли. Город, а вам еще сейчас. Так, вот это смотрите, вот угол общежития, вот эта свалка. Что это? Свалка здесь. Такая очень грязная. Грязная, да. Вот это улица города. Ну и вот, друзья, так вот он мне показал вот это общежитие. То есть рассказал все как есть. И...